сегодня для меня это просто нереально приятно. Мне ужасно приятно, что в зале сидят и мои родственники, и мои друзья, и мои однокурсники, и мои преподаватели. Особенно приятно, что сидят люди, которых я не знаю. Большое спасибо. Сегодня буду представлять свою авторскую программу, полностью авторскую. Буду изучать разные произведения разных лет, какие-то никогда еще не исполнялись, какие-то уже, может быть, даже плохо помню. Буду про каждое произведение немножко рассказывать. Начну с такого небольшого предисловия. Вообще программа, она называется «Another Way». И первая композиция, которую мы сейчас будем играть, она тоже называется «Another Way», она является заглавной. И, в общем, часто спрашивают, а что же это такое, почему так называется программа. Это не новый путь, не другой путь в плане музыки, то есть не будет какого-то чего-то неожиданного в плане именно музыки. Для меня Another Way — это именно другой путь поиска вдохновения. Я буду рассказывать о композициях, что меня вдохновило на них. И, в общем, вы посмотрите, как я прошла этот путь поиска вдохновения. Сегодня будут помогать потрясающих музыкантов, которые все мои задумки реализуют на сцене. И это Рамина Мишина на рояле. Там Барышин Кортянный Фасатон. Максим Голосударный. Будут еще музыканты, я их буду представлять по ходу. Так, а первая композиция, она достаточно... Единственная композиция в традиционном джазовом стиле, она называется Another Way. Thank you.
В сегодняшний концерт, она называется «Неправильная геометрия». Может быть, кому-то знакомо это словосочетание, потому что вот мы с братом, с моим старшим, в детстве очень любили читать рассказы Говарда Филлипса Лавкрафта. Вот, может быть, кто-нибудь знает, «Зов Ктулху» всегда. В общем, там часто, ну, это такая фантастика, и там часто использовалось как описание вот потусторонних сил — это такое понятие «неправильная геометрия». То есть это какая-то неправильная перспектива пространства, непропорциональные стены, там, все, ну, то есть это вот именно вот это означало. Я подумала, что для моей следующей композиции это очень подходящее название. И чтобы ее исполнить, я сейчас хочу пригласить на сцену потрясающего трубача. Для меня большая честь, что он согласился сыграть со мной мои композиции, и они поэтому действительно сегодня прозвучат так, как они задуманы. Я приглашаю на сцену Айка Григоряна.
Сейчас позвучит следующая композиция. Мне написано.
описание меня очень сильно вдохновила выставка бурятского художника Зарикто Даржива. Этот художник, он изображает традиционные такие бурятские сюжеты в такой фьюжн современной интерпретации, очень просто отражает культуру и в то же время современно, доступно. И когда я была на этой выставке, меня просто невероятно потрясло за осознание, насколько вообще, ну это сейчас такая немножко патриотическая речь будет, насколько наша вообще культура нашей страны многогранна, разнообразна, просто в каждой культуре целый мир, их огромное множество, и самое главное, что это все объединяет просто невероятных размеров территория. Просто от этой мысли я сразу начала писать музыку, и в общем, сейчас я буду играть композицию «Сольная», и я хочу, чтобы вы слушали и представляли себе бескрайние просторы России, просто нереальные там леса, озера, реки. Вот, но название, оно, конечно, немножко не про Бурятию, но просто я решила назвать эту композицию «Сибирь», потому что мне кажется, что она, это слово как бы, ну, иностранцы там любят отмечать, Сибирь, Россия, Сибирь. Круто. Вот, в общем, композиция называется «Сибирь».
очень приятно, большую поддержку. До следующей композиции я приглашаю обратно свой состав на сцену. Композиция следующая называется «Там, где меня нет». И она не о том, точнее, она о том, она, конечно, непонятна о тех местах, где нас нет. Но речь идет не то, что мы там не можем куда-то поехать из-за курса евро там, или что-то такое. А здесь имелось в виду нечто более глобальное, что мы не можем побывать в каких-то местах, ну просто никогда. Может быть, потому что эти места уже не существуют, или они еще не существуют, или они в далеком прошлом, или они в далеком будущем, или они вымысел. В общем, эта композиция посвящается всем тем, кто так же, как и я, очень любит мечтать. Так, там, где меня нет.
Все мои композиции, они как бы написаны очень от души, все очень такие серьезные и наполнены смыслом. Но вот если бы у меня композиция, я просто считаю, что обязательно у каждого басиста, у которого сольный концерт, должна быть вещь, где он просто с барабанщиком играет с вэпом. Понимаете? И вот и как раз в зале есть басисты, они, наверное, поймут весь юмор в этом названии. Но те, кто не знает, в чем фишка, это просто как будто мое название. В общем, композиция следующая называется «Dasha's Jam». Thank you.
составе. Наверное, конечно, с точки зрения композиции так нельзя говорить, но это моя любимая моя вещь. Вот. Она называется «Solitude», что переводится как «одиночество». Но здесь речь идет не о том одиночестве, что там, когда ты сидишь дома, тебя никуда не позвали, или там, почему он мне не позвонил? Ну, я не знаю, что никуда. В общем, здесь идет речь об одиночестве в социуме, то есть когда люди-то есть вокруг, и очень много людей вокруг, но ты все равно не имеешь своего единомышленника. И, в общем, «Solitude» про одиночество в социуме, и я хочу всем пожелать, чтобы у них были единомышленники, и чтобы вы были счастливы. И, в общем, «Solitude». Thank you.
Thank you.
Иван Борисов, Алик Григорян, Рамина Мишина. Ну, в общем, я хочу устроить небольшой интерактив. Я понимаю, что на джазовых таких серьезных мероприятиях это редко бывает. Но, в общем, я хочу всех попросить хлопать во вторую долю. Я знаю, здесь много музыкантов, поэтому я вас попрошу, держите темп, а то я не скрою. Пожалуйста, да. Не загоняйте, да, пожалуйста. В общем... Сложно. Сложно? Сложно. Ну, посмотрим. В общем, эта композиция, она как бы и веселая, и грустная. Потому что она мажорная, но она посвящается тем, кого сейчас нет с нами рядом. И она называется «I remember», ну, то есть «Я помню». Я вас попрошу в первую долю топать ногой, хлопать в ладоши. Как вот у меня тут мои товарищи сидят, мне кажется, они прекрасно это продемонстрируют. И вы все вместе подхватите и устроим такой финальный перформанс. Требует невозможно. Ну да, сложно. Только счет дай.
Большое спасибо. Приходите еще. И все. Mm-hmm.
Thank you.
Ильич на рояль. Айк Григорян, труба. Иван Барышников, тенор, саксофон. Максим Фролов, ударник. Спасибо всем большое. Приходите еще.